OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну а так ми поставили вже. Поставили. Серйозна система. Конечно. Ми з нею боремося. Поэтому они хоть рассказывают, что таурусы не будут поставлять, не факт, могут и поставить. Поэтому сейчас у них, да, у них, может быть, по обычным системам вооружения есть проблемы по их производству, по их приведению в окончательно снаряженный вид, но поставить несколько десятков высокоточных боеприпасов они вполне себе могут. А тут председатель партии христианских демократов Мерц, он вдруг, значит, сделал такое предложение. Он говорит, у нас же сейчас проблемы с беженцами. А давайте, когда вот беженцы к нам приезжают, и они захотят стать гражданами Германии, мы введем вот в ту клятву, которую они должны произносить, или в те слова, которые они должны произносить, признание этим человеком Израиля. Но... это, конечно, не вписывается ни в какие гражданские свободы и ни в какие понятия морали и этики. Человек, который вступает в гражданство, заставить его признавать какое-то другое государство, это в определенном смысле, я расцениваю это как насилие и дурость со стороны, глупость со стороны немецкого политика, который пытается нечто подобное предложить для того, чтобы как бы вот показать, вот мы вот так вот относимся к Израилю, и мы поэтому вот Израиль для нас это является такой вот важнейшей прерогативой, и тот, кто этого не признает, тот не может быть гражданином. Это очень опасная линия, которая фактически означает попытку сегрегации населения. Если уже государство приняло беженцев, если государство дает этим возможность, этим беженцам стать гражданами, то пытаться их склонить на сторону того или одного другого государства, я считаю, это неприемлемым, и это большая ошибка. Прямо сейчас две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну, наверное, с хорошей. Не менее адекватно. В Оренбурге депутаты обсуждали яйца. Ну, повезло, что куриные. Хотя, как повезло? Обсуждали-то куриные, а в итоге поговорили и про некуриные. Цены растут на куриные яйца. А депутат в Оренбурге и по совместительству директор фабрики Лукьянов рассказывает, что ну это ж производство, это ж не то, что у вас там с вашими вот этими, с вашей тряской. Вот сейчас прям последняя проблема касается куриных яиц. А вот я вам скажу, Максим, эту пословицу у нас записали. Производство вести это не будем, а это такой новый парламентский язык, парламентское выражение. Ну а что, поговорили про рост цен на куриные яйца, поговорили про какие-то занятия с другими, так сказать, уже депутатскими подробностями. Ну а что в самом деле, действительно, мудямиш трясти, это ж не парламентское заседание вести, в конце концов. Да ладно, давайте останемся немножко в этой теме, но уже в рамках импортозамещения. Тут неожиданно выяснилось, что на фоне всего другого, что в реальности дорожает. А в отчетах Минстата как бы нет. Выяснилось, что будут дорожать и средства контрацепции, непосредственно презервативы. В общем, есть подозрение, что вопрос демографии будет решаться скоро сам собой. И тут, как всегда, сумели поговорить не только про импортозамещение, но еще и возгордиться безмерно. Внезапно начали раздувать новость, что оказывается... все презервативы, которые поставлялись к нам, ну, по крайней мере, большая часть, была из Европы. Теперь, понятное дело, с Европой все контакты разорваны, надо переключаться на азиатские рынки. И вот тут пошел этот самый чёс про то, что, оказывается, в Азии оборудование заточено, ну, скажем так, под другой размер. Оказывается, вот где место погордиться. У нас-то, оказывается, все намного больше. Хотя, понятное дело, что... это все чушь собачья. Изготовить новую приспособу – дело 5 минут. Дело совсем в другом. Латекс, из которого изготавливаются презервативы, он как раз зарубежный. У нас даже этого своего нет, собственно, и не предвидится. Вот закупки его за рубежом как раз и вызывают повышение цены, потому что рубль максимально стабилен, а доллар – грязная зеленая бумажка. Ну, вы помните. Ну, а насчет небывалой гордости размерами, ну, во-первых, это смешно. А во-вторых, это немного странно. Откуда взяться вообще размеру при таком повальном безразличии вообще ко всему? Не, ну опять же, не ко всему. Иногда у патриотов случается жесткое возбуждение. Когда они видят какое-нибудь форменное предательство
Или им в голову бьет та самая нетрадиционная пропаганда. Вот в Челябинске, это ж надо такими быть. Докопались до детской футбольной команды. Причем дети дошкольного возраста. Это футбольная команда чуть ли не из детского сада. Оказывается, не понравилось им название команды. Радуга. И знаете, что у них на флаге футбольной команды? Вот тут неожиданно. Прям совершенный сюрприз. У них там радуга. И вот именно из-за этого очередной упоротый имперец пишет заявление. Радуга. Это что такое? Это что, пропаганда каких-то ценностей? Нет, тупое имперское существо. Это просто радуга. Но имперскому чудаку на другую букву кажется, что это пропаганда. Да еще и среди детей. Это просто... Что вот такое чудо делает на детском мероприятии? Наверное, ж не просто так. С такими мыслями туда пришел. Его надо как следует проверить. На адекватность. От подобных персонажей вообще можно ждать чего угодно. А еще у депутатов полыхнуло от World of Tanks. Сразу типичная реакция. Все срочно надо запретить. Дело в том, что создатели игры выступили с поддержкой вооруженных сил Украины и даже организовали для них сбор средств. Естественно, реакция депутатов не заставила себя ждать. Да как такое возможно? Что это они себе позволяют? У нас же даже закон есть, который все это запрещает. И это ж все вроде не в России происходит. Все равно запретить. Как такое возможно? И не важно даже, что в эту игру играют просто десятки тысяч, ну, тоже как бы очень странных людей. А что еще остается? Все надо подряд запрещать. А что не смогут запретить? Ну, я не знаю, будут как-нибудь обзываться, наверное, в очередной раз. В общем, произошла вполне себе стандартная ситуация. Как всегда, пониже спины прилетело. У американцев есть свои контраргументы, к сожалению, они у них имеются. Лента новостей буквально взорвались от цитат американского президента, в которой он назвал Путина тираном и провел параллели между Россией и террористическим палестинским движением Хамаса. Во всем этом, друзья, далее поговорим в нашем обзоре. Да, эту речь обозреватели уже назвали одной из самых сильных, если не самой сильной, во времена Байдена, президента США. Что же такого, сказал американский президент, что вызвало такой триггер, и в том числе и в Кремле, откуда прозвучало оскорбленное заявление путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявил о том, что мы не приемлем такой тон в отношениях РФ и нашего президента. Ярость и обиду Путина можно себе только представить. Итак, президент США в своей короткой речи обрисовал ключевые проблемы, которые сейчас стоят перед Соединенными Штатами Америки. Он говорил в первую очередь о четырех целях, которых необходимо достичь Соединенным Штатам и их союзникам. Первая из них – это обеспечение победы Украине для того, чтобы Путин не смог пересидеть Запад, не смог вызвать усталость от войны в Украине и не смог в конечном итоге добиться своих целей. Вторая, он заявил, это уничтожение террористического движения «Хамас». Война объявлена, и Соединенные Штаты примут в ней участие вместе с армиями обороны Израиля. И, вероятнее всего, к этой коалиции также присоединится ряд американских союзников. Кто именно, мы сейчас не знаем, но можем не сомневаться в том, что помимо участия американской армии, там обязательно будут присутствовать и другие формирования стран НАТО. Не все, но как минимум части. Наконец, третье. Цель, которую обрисовал Байден, и я об этом говорил в одном из недавних своих блогов, это добиться прекращения войны в обеих странах, в Украине и в Израиле, и не дать им перерасти в всемирную войну. И, наконец, четвертая конечная цель, заявил Байден, заключается в том, чтобы достичь всего этого, не принести еще больше смертей и страданий гражданским людям во всем мире, вновь охваченным огнем. Все ключевые издания обратили внимание на те параллели между Хамасом и Путиным, которые провел американский президент. Он обратился также с запросом, это обращение, это сильнейшая речь, которую сейчас расхваливают на все лады и американские, и мировые СМИ, была призвана стимулировать решение Конгресса, который сегодня будет рассматривать пакет помощи. И вот уже ближе к вечеру он поступил. Речь идет о пакете помощи в 106 миллиардов долларов. Байден демонстрирует не просто лидерские качества, он демонстрирует не просто качество прекрасного оратора. Да, его, безусловно, готовили к этой речи, но можно не сомневаться в том, что президент
США буквально в смысле выстрадал эту речь. И вот заявления, о которых он говорил, уже сейчас реализуются, в этом прелесть заключается. Систем сдержек и противовесов настоящей демократии, в том, что слова, с которыми президент обратился буквально накануне, это было вечером по вашингтонскому времени, уже сегодня вылились в конкретные действия. Итак, президент запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов помощи, которая должна поступить Украине, Израилю, а также на другие программы. Как пишет об этом Bloomberg, демократы в Сенате планируют уже на следующей неделе начать работу над принятием этого запроса президента в соответствующий законопроект. Так, запрос по Украине включает 61,4 миллиарда долларов, из которых 44,4 миллиарда должны пойти на поставку вооружения Украине, пополнение запасов оружия и другую военную поддержку, как об этом сообщает американское издание «Политика». Также Израиль рассчитывает получить 14,3 миллиарда долларов военной помощи. Это больше. Первоначальный пакет предусматривал 10 миллиардов. И, наконец, 9,15 миллиарда долларов должен получить Госдеп США для предоставления гуманитарной помощи. Это общий пакет, который пойдет на... О том, что конфликт вскоре может выйти за пределы и Израиля, и Палестины, говорит и решение Белого дома об эвакуации почти 700 тысяч американских граждан из Израиля и из Ливана. Об этом пишет Washington Post. По оценкам Госдепа, в момент нападения боевиков Хамас в Израиле находились около 600 тысяч американцев и еще 86 тысяч в Ливане. В эвакуационной операции могут быть задействованы самолеты ВВС и военные корабли, которые в этом месяце в большом количестве прибыли в регион.